Подожди. Всем привет, с вами Марк и... Немзида. Сегодня покажем баг, как пройти паркур, ну, как можно быстрее с помощью одного бага. Ну, короче, идем, да, вот, стоп. Пишем, нажимаем на плитку. Нет, нажимаем на плитку и пишем паркур ресет. Почему? Нет, зачем? Стой на плитку. И прыгаем, и пиши, короче. Паркур ресет. Не, надо, короче, вниз прыгать и бежим вон туда. Ну, там да, у нас конец паркура. Да, очень быстро, да, очень быстро. Бежим и тадан. У меня 10 секунд, правда, у меня рекорд 9, ну, а у Немезиды... 8. То есть можно еще сделать быстрее, да, у меня рекорд... Да, у Немезиды, у него просто улучшение на скорость, ну, так что... Можно еще раз, то есть еще быстрее. Да, то есть вот так вот падаем, вот такой баг... раз, два, три. И да, пока что его не исправили, можете вот такой рекорд для себя сделать. Сейчас, может, я быстрее пройду. Нет, 10 секунд. Ну ладно, короче, секунд. Вы поняли данный баг, с вами был Марк и Немезида, всем пока.